Всем привет! Мы уже на вокзале. Сейчас еще пока на улице ждем Ксюшу. Громче, наверное. Если что, прибавь звук. Ждем Ксюшину бабушку, Ксюшина собачка в клетке. Мне кажется, он там. Уже пойдем. Я буду провожать. Я, может быть, буду снимать в поезде. Не знаю. Как Дейзи будет снимать? Если мы с ума не сойдем с ней, мы просто ехали в такси, она уже вся обвылась из-за того, что мамы не было с ней рядом. Она сидела спереди. Все новости смотрите в нашей группе. Ссылка будет в описании. Сейчас будем ходить в вокзал и идти на посадку на Ксению. Идти на посадку Ксению. Ну, сначала. Чеши мне нос. С другой стороны. Другой. Вот. И как дём. Выше. Вот. Все. Да. Я почесала Ксюшу нос. Сначала мы, в общем-то, проводим Аню с бабушкой. Они едут на платье. А потом Ксюша с мамой. И прям я буду с ними там до конца. Потому что они едут с собакой. Вон, клеточки. Они едут в купе. Да. Да, я. Мы уже зашли на вокзал. И сейчас пойдем на посадку. Вот Ксюша, мы идем. Вот Аня. На вокзале нереально много народу. Просто очень много. Аня с бабушкой сели, и вон бабушка идет, и вот Аня. Они нам помахали, и мы пошли. Проводили Аню, и теперь ждем очередь в Ксюшин вагон. Вон она, Сиронечка. Это видео. Я не понимала, видно что-нибудь? Надеюсь, что да. Он, Ксюша там, вон, напротив меня стоит. Они в купе, а сестра Ксюшина не в купе. Аня, буду махать. Пока-пока, моя зайчка. Блин. Моя хорошая. Пока.